Всем привет, вы на канале Руся Рулит. И сегодня у нас грустная тема. Вот посмотрите, что у нас творится в стране. Люди, почему вот большая часть людей, как я вижу, такие бессовестные? Вот этот бедный котик, я его здесь никогда не видел. Его вот буквально не было здесь, потому что я здесь гулял и смотрел. Как получается, у кого-то в квартире или в доме скончался кот от болезни или от чего. Ну, он какие-то странные люди кричат специально, чтобы внимание привлечь. Здравствуйте! Ну и вот так, видите, кто-то выкинул кота мертвого. Он еще не воняет, но он весь уже окоченелый. Ну, так получается.